Вооруженные люди в масках забегают в здание. Страшный сон для любого родителя и педагога. В мае мирнинские школы получили минимум 3 сообщения о минировании. Они оказались сложными, однако отработать последовательность действий и быть готовым к худшему сценарию все же нужно. Забросим оружие, быстро! Это при меня! Работники образования и правоохранители района участвовали во всероссийских учениях по антитеррористическим мероприятиям в каждом учебном заведении города. В политехническом лицее отряд Росгвардии обезвредил злоумышленников за 5 минут. Отрабатывались действия работников образовательных учреждений, обучающихся, сотрудников охраны учреждений. Их действия в случае вооруженного нападения на образовательное учреждение, если в образовательном учреждении обнаружено взрывное устройство. Чтобы обезвредить муляж взрывного устройства в школе, которое оставили террористы, спецслужбы эвакуировали учеников и преподавателей на улицу и в соседние здания. Родители и детей об учениях предупреждали заранее, так что повода для волнения не было. За день важные для выживания знания получили 8,5 тысяч школьников и 1000 педагогов.